Здравствуйте. Сейчас я распакую посылку космической компании Avon. Это вторая посылка в августе месяце, поэтому здесь ожидается вот такой сюрприз, состоящий из трех продуктов. Здесь два пакета сюрприза, в которых я не знаю, что находится. Набора такого я не вижу. Сюрприза у меня нету. За второй заказ. На сумму 999 рублей. Вот написано, что приз вместе с этим же заказом. Закажите приз по коду. Я не написала код. Да, надо всегда хорошо читать. Вот не написала код, и поэтому сюрприза у меня нет. А так бы он был. Понятно. Ну ладно. Сейчас я распакую пакет первый. Секрет молодости. Средство для заполнения морщин. Туалетная вода. Парфюмерная вода. Гель для ресниц с блестками, мерцающие реснички. Наклейки похожи на ногти. Зимняя роза, пена для ванны. В этом пакете сюрпризе была пена для ванны, парфюмированная вода, блестки для ресниц,
наклейки на ногти и крем от морщин. Но это не крем, это средство для заполнения морщин. Вот такой пакет сюрприз. Открываем второй пакет. Дезодорант. Пена для ванн «Зимняя роза». Браслет с обезьянками. Обезьянка – символ находчивости, упорства, энтузиазма. Принесет тебе удачу в новом году. Тушь для ресниц. Омолаживающий, тема для кожи вокруг глаз. Омолаживающая система для кожи вокруг глаз. Крем и бальзам. Так, что было во втором пакете? Крем под глаза, браслет на руку, тушь для ресниц. Цвет фиолетовый, дезодорант и пена для ванны, тушь для ресниц фиолетовая, дезодорант под глаза и браслет. Это был второй пакет сюрприз. Туалетная вода. Очищающее и тонизирующее огурец и чайное дерево. Средство для лица 2 в 1. Очищающее огурец и чайное дерево. Маска пленка для лица. Бальзам спрей для волос. Это тоже бальзам, спрей для волос. Дезодорант, спрей для ног. Дезодоранты. Две туши для ресниц. Восстанавливающее средство для ножных ванночек. Очищающий тоник для лица. Чайное дерево. Огурец и чайное дерево. Фитоукрепление, бальзам, спрей, крапива и лопух. Инструмент для педикюра. Он шел при заказе двух средств из этой серии. Это был дезодорант для ног и средство для ванночек. Тоже для ног.
браслет. Это шармики для браслета. Розочка, бабочка, сердечко. Замочек в виде сердечка. Это тоже должен быть второй браслетик. Да, это второй браслетик. Ну вот и все мои заказы. Жалко, конечно, что я просмотрела и не прочитала полностью, как нужно. Тогда бы я получила еще бы 3 в подарок таких позиций. Ну ничего, на этом все. До свидания.